Образование камней в мочеиспускательном канале называется мочекаменной болезнью. Причинами мочекаменной болезни могут быть следующие. Жесткость воды, употребление большого количества жесткой воды, которая насыщена кальцием. Гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Нарушение обмена веществ, например, подагра. Диета, богатая оксалатом. А также нехватка витамина В и А. Все это может привести к мочекаменной болезни. Лечение мочекаменной болезни подразделяется на консервативное и хирургическое. Консервативное лечение применяется при нарушении обмена веществ, например, при подагре, подагрических камнях, а также при камнях, размер которых менее 7 мм. При больших размерах применяется хирургическая операция.